Порядка 10 лет старший инспектор службы батальона патрульной полиции управления полиции города Кокшетау Ирхан Тулегенов стоит на страже порядка. Его жизнь и работа связаны с постоянным риском и ответственностью. За эти годы он неоднократно проявлял профессионализм. Чем живет сотрудник и как проходит его рабочий день, расскажет Вероника Цветкова. Старший инспектор службы батальона патрульной полиции Ерхан Тулегенов на протяжении 10 лет стоит на страже порядка в управлении полиции города Кокшетау. За эти годы он стал не просто опытным сотрудником, но и настоящим символом самоотверженности и преданности своему делу. Каждый раз во время развода полицейский готовится принять пост перед заступлением на службу. Вооружившись, он вместе со своим напарником едет патрулировать город. Мы заступаем на вторую смену с 8 вечера до 8 утра. На территории Кокшетау будем обеспечивать общественный порядок и дорожную безопасность. Сейчас поедем работать в село Красный Яр. Проверим обстановку там, после чего доложим по рации дежурному части. Как рассказывает герой, в выходные дни работы становится больше. В целях предотвращения несчастных случаев, правонарушений, полицейские несут службу в усиленном варианте. Запущенная в 2022 году программа «Корхау» способствует полицейским легче выявлять нарушителей дорожного движения. Так, открываем. И здесь написано «датчик направления Красная Яр». Вот эта машина в сторону Красной Яр едет. Примерно это. Вот так выходит. И... мимо нас проезжает, когда мы остановим, проверяем данные. Если лишённый прав, мы данные собираем дальше материал. Ирхан Тулегенов считает, его работа не просто служба, а призвание, которому он предан всей душой. Он всегда готов поделиться своим опытом и знаниями с новыми сотрудниками полиции. Вероника Цветкова, Бауржан Смагулов, Кокше, Акпарат.